Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Unkillet. Давайте-ка сюда перейдем. Так, сюжет. 23-я миссия, подождите, ребята, у нас ящик есть. Давайте-ка его откроем, посмотрим, что из него нам выпадет. Так, редкая карточка, это у нас два томагавка. Миноносец, это, я так понимаю, ДНК. И шериф, тоже ДНК. Ну что ж, довольно неплохо. Чего бы нам еще такого здесь присмотреть? Так, смотрите-ка, у нас, ребята, есть ДНК на зомби. И это у нас ходок. Одно очко исследования. Давайте здоровье сделаем. Так, я вроде бы потратил, да? Или нет? Да, все нормально. Больше у нас очков нету, поэтому давайте приступать уже к миссии. Полузащитник, мясник, Родион, Уранион. Нифига там зомбари будут. Источник сигнала идет изнутри. Развязка в метро. Очень оригинально. Очень оригинально, что тут зомбари идут. Слушай, ребята, довольно неплохая пушка. Перекрой клапан, пока не сжег себе лицо. Знаю, тебе нравится с корочкой, но все же. Прикалывается еще. Ну давайте, гады, идите сюда ко мне. Слушайте, просто на выстрел сношу. Круто. Меня устраивает эта пушка. Получил в табло. Так, иди сюда, жирный. Рэй, нужно найти станцию метро и забей на запах. Хотя бы попытайся. А при чем здесь запах? Драгунов? Черчеж. Так, погоди, погоди, погоди. Мне нужно идти вот в этом направлении. Блин, я люблю хедшот делать. На тебе, гад. Так, ПП-2000. Так, погоди-ка, где-то пруд. Вау! Через окошечко. Хотя это ни хрена не окошечко. Иди сюда, корявый, хромой. Кто ты тут? Ух ты, чуть было не задел меня. Эй! Не так близко, ребята. Черт подери. Это управление камерой меня просто раздражает. Ух! Чуть было не всыпали. Так, ё-моё. Как же мне настроить-то ее, чтобы она нормально реагировала, а? Так, толстяк. Еще один. Ага, вот у нас и точка. Отлично, ты жив. Сейчас двери откроются, и ты, считай, в безопасности. Ну, открывайтесь быстрее. Осталось времени... Так, 17 секунд. Так, погоди-ка. Идут архаровцы. Опа-на. Оу, только вот этого не хватало мне, жиробаса. Надо его гасить, ребята, как можно быстрее. Пока есть возможность. На-ка, выпусти, гнида. Эх, взорвался. Чепушило. Других слов у меня нету. Так, что-то там едет вроде бы, или мне кажется. Шикарно. А, все, успех. Да, по-моему, мы не сделали пару заданий, поэтому шиш нам, а не 3 звезды. Посмотрим. Да, ребят, мы за 2 минуты 10 секунд не уложились. Ну и фиг с ним. Пропускаем и получаем здесь опыт. Сколько дадут? 400. Хорошо, сгодится. 24-я миссия на кону. Давайте-ка потихонечку к ней приступать. Тут осталось немножко до зоны 3. Так, секунду, ребята. Давайте-ка мы, наверное, посмотрим с вами на пушки. ЛСАТ. Блин, ну, снайперку невыгодно брать, мне кажется. Ладно, оставляем, наверное, эту пушку. А по пистолетам у нас что? Угу, самая мощная. Так что нормуль. Так, поехали. Рэй, тебе нужно на следующую станцию. Ага. Так меня туда и пустили. 1,5 минуты нужно продержаться. Ребята, продержаться 1,5 минуточки. Фига их тут прет-то, эй. Потише, родные. Какие они мне нахрен родные. Че я тоже говорю. Так, давайте-ка вот так вот их покоцаем здесь. Иди отсюда, страшила. А ты что тут крадешься? Типа я тебя не вижу. Оп, погоди, 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 погоди. Вот она, камера барахлившая, а.
Как же меня бесит этот разворот. Блин, не могу. Ёлки-палки, по-моему, ребят, я тут сейчас добегаюсь. А вот ДНК нужно подобрать обязательно. Мало ли что там нам достанется. Бегун. Пригодится на будущее. Так, куда ты разогнался, а? Иди сюда, толстушка. Чертежик. АК-47, замечательно. Такой жирный идет. А вот это, по-моему, бегун. Он слишком быстро двигается. Так, 22 секунды, ребята. Ну, где? Где эти уродцы? Не вижу пока. Но слышу. Вот, опять поползли. Пора бы нам разобраться с этими крысенышами. Оу, тихо, тихо, нифига ты. Откуда не... Ах, вот оно что. Переползают, значит. Так, тихо, не ори там. Ребята, последние секунды. Хорошо. И вот оно, наше метро прибыло. Погоди-ка, я думал, что мы должны отсюда смотаться, а тут какие-то два спецназовца вышли. Хм. Хорошо, ладно. Надеюсь, они по мою душу. Ох ты, 3 звезды, замечательно. Вот это уже другой разговор. Как говорится, дела пошли на поправку. Карточка, что тут у нас такое? Второй шанс, редкая. Хм, ни разу такого не было. 25-я миссия. Ух ты, черепок. Это что значит? Это значит, наверное, что нам будет очень хреново. Так, тут нет описания миссии, так что давайте приступать. Ладно, ты на месте. Я отметила передатчик. Найди его. Передатчик. 30 метров до него, да? О, эти ребята за меня. Смотрите, они меня прикрывают. Правда, с меткостью у них как-то не айс. Так, погоди, погоди. Чё это, я не понял. Они сейчас, значит, будут тут со всех щелей идти. А я должен какой-то, блин, передатчик тут искать. Так. Блин. Черт, по-моему, я сам себе сейчас загоню в ловушку. Хотя вряд ли. Ствол-то надежный, хороший. Так, погоди. О, тихо, тихо, тихо. Вот, вот этого не надо. Давай, 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 сматываемся. Там вышел, ребята, шериф. Шериф-зомби. Ядрить тебе на корень. Блин, я сматываюсь. Вы как хотите, а мне пора отсюда бежать. На самом деле я ничего лучше не мог придумать. Вот это другой разговор. Смотрите, разбирается на ура. Все-таки адреналин вещь хорошая. Правда, почему-то этот шериф побежал именно за мной. Тут вроде бы как стоят 2 спецназовца. Но он их проигнорировал, да? Видно, я вкуснее. Так, ну что, вот отметина. Отключаем. О, тихо, куда ты прешь? Хорош. Так, возвращайся к своим приятелям из команды сопротивления. Какие они мне нахрен приятели? Так, что такое? Воу-воу-воу-воу, сейчас взорвется, наверное, да? Стой, к тебе идет огроменный зомби. Да, я вижу. Я с такими уже, по-моему, или нет? Нет, по-моему, это уж слишком большой детонатор какой-то. Да взорвись ты уже нафиг. Все, а я подберу от тебя лут. И тишина. Да, ребята, мы с вами прошли миссию. Да, не зря я все-таки изучал усиленный урон по особым зомби. Как видите, оно мне пригодилось. Так бы я, наверное, колупал бы и колупал бы. Ну, как тут можно за 1 минуту завершить это задание? Но это не важно, ребята. Мы получаем с вами легендарную карточку и VIP-сундук. Вот оно как. Зона 3. Мне нужен сундук. Вольфпак. И что же отсюда выпадет нам? Данные эпическое. Данные редкое. И детонатор эпичные. Одна карточка. Блин, не густо. Ну что же, давайте здесь читанем. Зомби с несварением. Так, это что-то новенькое. Когда у вас такой же опыт боев, как у меня, едва ли что-то может выбить вас из колеи. Но когда вы встречаетесь с огромным зомби, у которого в животе морская мина, это меняет ваш взгляд на некоторые вещи. Это точно. Так, герой может быть улучшен. Отлично. Нам нужно получить очко навыков, ребята, для начала. Так, а потом будем с вами уже развивать. Все, хорошо. Поклонился, молодец.
Так, ну что, давайте куда-нибудь его присобачим. И я так думаю, что, наверное, мы вот сюда его потратим. Увеличивает урон по особым зомби. Ну, вроде бы как и все. Так, заходим в зону 3. И... Так, вот, пошел процесс. Прибыль увеличена. Это хорошо. Воу-воу-воу. Вот это да. Вот это вот тут новинок будет. Внимание, Рэй, новое распоряжение. Штаб перехватил просьбы о помощи от одного ученого. Зовут его доктор Прион. И у него есть теория, как зомби могут работать вместе. Хм, он тоже болеет за Браунс. Да, не существует таких ехавших. У нас есть местный гид. Он поможет его найти. Надеюсь, он хоть умеет стрелять. Просто найди его, я буду отслеживать сигнал. Ну что же, ух ты, карточку еще дают. Золото 25, отлично. Так, 26-я миссия у нас. И к тому же, смотрите, оружие какое-то у нас, восклицательный знак. Не хочу я создавать. Мне этот дробовик, наверное, не нужен пока. АК-47 имеется, М-16 тоже есть. И вот этот вот пистолетик. Можно его, интересно, прапать. О-хо-хо-хо, ребят, таких денег у меня отродясь не было. И, наверное, еще не скоро появится. 11 тысяч, 20 тысяч долларов. У меня всего 2500 долларов. Так что придется нам очень и очень долго ждать этого всего. Так, а тут у нас СВС. Смотрите, на максимуме ЛСАТ и томагавки. Ну и ладно. Так, 7500. Короче, ребята, с улучшением нам пока ничего не светит. А вот начать миссию — это запросто. Так, ЛСАТ. Ну да, получается мощный. Хотя у нас томагавки есть 260. Ну я даже не знаю. Нет, оставляем все так, поехали. Эпическое оружие можно кастомизировать. Это твой проводник. Он проведет тебя к Приону. Хорошо, а где проводник? Я его не вижу. Проводник. Связаться с проводником. А где он? Я слышу, кто-то стреляет. Ах ты, ядрить тебя на корень. Вот он стоит. Как же я рад увидеть живого человека. Ой, сглазил. Ты насчет себя, что ли, сглазил-то? Ну, я тебя прикрою. Так уж и быть. О, ДНК. Бегун. Уже 4 у нас ДНКшки. Так, ты будешь там стрелять или что ты там будешь перезаряжаться, блин, вечность? Сюда жирный, такой медлительный. Это хорошо, в принципе. Для нас это выгодно. Так. Я уж думал, что где-то сбоку ползут. Нет, по ходу дела вот так вот все будет у нас на прямой линии происходить. Поэтому я расслаблен. Сзади! Ага. Ну ладно, я надеюсь, не с двух сторон сейчас будут переть. Иначе мы с вами окажемся в тисках. Блин, я хочу бочку взорвать вон ту. Но я до нее не достаю, ладно. Потом попробуем поближе подойти и попасть по ней, ну-ка. Да. Придется, наверное, вообще. Что ты орешь? Все, ребята, 10 секунд осталось. Сейчас протянем это время. И я думаю, что на этом закончится миссия. Ну, давай, давай. Так, открыл он. Открыл проход. И да, миссия закончена, успех. Получим 3 звезды или нет? Ну, давай, давай, хорошо, я все это понял. Да, вот это хорошо, ребята. 700 долларов никогда лишними не будут. Так, дайте мне карточку. Опять же, опыт. Сколько дадут? Уже 500. Слушайте, я, наверное, сейчас получу... Да, я получаю, ребят, 8-й ранг. Вот он. Ваша награда 30 долларов. Ой, золото. Поздравляем, теперь доступны спецзадания. Давайте, отправляйте меня. И что это? Так, я могу улучшить героя себе еще. Ну, как всегда, нужно сделать себе очко навыка. Так, оно есть. Что мы будем с вами улучшать, а?
Вот, давайте вот это вот. Деньги нам пригодятся. Все, увеличили себе денежную награду за прохождение миссий. Усложненный режим игры. У вас есть всего один шанс. Чем больше звезд, тем выше награда. И что я должен сделать? Может быть, просто начать игру? Где задание-то самого? Блин, а, вот, ребят. Убить 20 зомби, используя оружие средней дальности. Ха-ха. Средней дальности, ну я так понимаю, это с пистолета. Защитить свою позицию. Ладно, давайте будем защищать. Надо хедшотить. Ух ты, какие-то кубки уже вылетают. Смотри, идут такие раскоряки. Эй, медленные ходоки, елки-палки. Ручки в растопырку идут. В штаны наложившие. А вон те ребята, по-моему, уже быстрее двигаются. Это, видимо, бегуны. Или за счет того, что он... Так, подожди, ДНК. Слушайте, у нас уже 5 карточек бегуна. Из 30, правда. Ну, эта миссия легкая. Если я вот так вот буду просто стоять и отбиваться, по-моему, ничего сложного здесь нет. Тем более, время у нас 30 секунд. Продержаться. Так, смотрите-ка, уже соком поперли, а? Драгунов. Да, в принципе, ничего страшного. Я могу, если что, назад немножко отойти и отстреливаться. У меня также есть 3 ракеты. Вы это не забывайте. Почему-то мне кажется, что сейчас выйдет какой-то хмырь. Нет, никто не выходит, смотрите-ка. 2, 1, 0. Хорошо. И на дорожку башню снес чуваку. Слушайте, а меня устраивают такие миссии? Только что за них дают? Ну, давай, давай, хорошо, прогружайся. Раз, ой. Только одну звезду дали? Ну, я так не играю. Слишком кисло. Хорошо, ладно, ребят, я, честно говоря, не очень понял. Так что думаю, что надо еще разок сыграть. Тем более тут снайперку нужно использовать. Блин, снайперку нужно использовать, а я ее взял с собой, идиот. Ой, защитить свою позицию. Короче, эти миссии у нас, по ходу дела, будут заключаться в защите своих позиций. Ладно. В принципе, ничего сложного, но единственное, что здесь уже они перелазят. Иди сюда. Так, отлично. ДНК опять упала. ДНК... О, тихо. Близко подходить нам не стоит. Рукопашник. Ой, да пока не там... Ох ты, ё-моё. С двух сторон уже прут. Так что вы так быстро-то? Двери открыты. Зона увеличена. Какая еще зона? Какая зона увеличена? Я не понял. Вы что, мне усложняете? Точно, ребят, смотрите. Там ползут. Ёлки-палки, сейчас тут будет чувствовать каша. 30 секунд прождать. Ладно, думаю, справимся. Готов, готов. Можно, в принципе, и выбежать на улицу, но я думаю, не стоит. Потому что они там прутся всех щелей. Так, 15 секунд. Иди сюда, ко мне. За то, что, ребята, мы попадаем им в голову и отрываем руки, идут дополнительные... Опачки! Идут дополнительные начисления. Так. Ёпарасоте. Слушайте, так... А, все. Я уж хотел сказать, время вышло, а что-то до сих пор играем. Главное, что успех. Опачки, у меня новое достижение. Спецназ. 500 экспы получил. Блин, 2 звезды, ребята, только лишь 2. Ну, хоть не одна. Выбор героя. Так, новое оружие завершено. Драгунов. Ух ты, мы получили с вами, по ходу дела, снайперку. Нажмите здесь, чтобы изменить героя. И на что мы его изменим? Ну, давайте посмотрим. Рейнджер США. Мы лучшие из лучших, сэр. Солдат удачи. Ого. Блин, а это все у нас стоит голду. Хм, столько нет у меня, ребят. Так, тут вообще к набору непонятно. Собираемое.
Солдатик, это знаете этот, игрушечные солдатики-то. Получается, что самое ближайшее это за 2500 голды, а у меня 670, так что пока не светит нам. Будем играть рейнджером США, новобранцем причем. Три звезды мы с вами накопили, а тут нужно 7, хотя бы до первого ящика. Ладно, ребят, давайте возвращаться, наверное, в сюжеточку. Она нас уже заждалась, 27-я миссия на кону. Вы посмотрите, драгунов, 1400 мощи, обалдеть. Так, ну что, не будем ее менять, оставляем все как есть, погнали. Ну и где ваш доктор Зоидберг? То есть Прион, его транспорт разбился недалеко от тебя. Шутишь? Как только поймаю волну, смогу найти его передатчик. Скай, ты просто дополняешь меня. Меня не волнует, кто там кого дополняет, у меня есть свои миссии. Держись поближе, я доставлю вас к месту, откуда шел сигнал. Так, ребята, мне такое ощущение, что сейчас мне придется его прикрывать, потому что эти архаровцы уже бегут. Причем с разных сторон, ё-моё. Так, ага, он стреляет, замечательно. Хотя бы чем-то вооружен. Давай, давай, помогай мне, я буду прикрывать тебя, а ты прикрывай меня. Так, подождите, ребята, интересно, а я могу его убить, а? Если я ему в чайник выстрелю. Ну, хотя бы чисто случайно. Воу-воу-воу, тихо. Фига вы вылезли. Чё-то я увлекся немножко, да? Дайте ко мне чертеж взять. Так, опыт выпал. Черт, ребят, я лишь по тени определил, что сбоку кто-то крадется. Смотрите, со всех дыр лезут. Дырка вон в стене, они оттуда ползут. А гражданскому, я смотрю, совсем пофиг, да? Идет сам по себе, блин. Я его должен прикрывать. Он, видимо, самоуверен, что все будет хорошо. Я бы так бы не думал на его месте. Выходим куда-то. Блин, по-моему, тупик тут у нас. Да, куда разогнался-то? Че ты меня ведешь какими-то тропами-то? Мы, по-моему, ребята, знаете, такое ощущение, что вокруг да около ходим. Добро пожаловать в ад. Ну, подходи, упырек. Хорошо. Ну вот, ребята, прошли мы с вами еще одну миссию. Отлично. Вместо того, чтобы махать, ты бы шуршал там по машине, искал бы документы, радио или что мы там искали. А вот они все скины. Так, сколько звезд? Блин, опять две. Ребята, мне нужно деньги, деньги зарабатывать. И очень много. Смотрю, тут ракеты у нас, да, светились. Ага, обойма ракет, хорошо. 28-я миссия, пулемет какой-то. Слушайте, это, по-моему, особые какие-то задания у нас с пулеметом связанные. Причем мне дают, блин, ЛСА, только лишь одну пушку. Хм. Ладно. Хорошо, давайте проверим, что это за задание. Эй, не дай умереть выжившему, прикрой его с пулеметом. О, вот такие миссии я обожаю. Так, давайте, подходите, архаровцы. Буду всех крошить. Интересно, у меня патроны заканчиваются или нет? Бочка. Вау, хорошо бумкнуло. Так, бегун, 6 карточек у нас уже. 40 секунд простоять, ну это в принципе ерунда. Даже пускай здесь босс будет выходить, нам пофиг. О, ребята, да. Патрончики-то заканчиваются у нас. Но мы стреляем слишком долго, поэтому нам хватит отстоять. Что там, вертолет какой-то летит где-то. Слышите? ДНК, рукопашник. Ах, смотрите-ка, вертолет приземляется. 6 секунд, 5, 4. Ну давай, давай, давай. Куда ты пошел, выживший? Эй! Слушай, я что-то не врубился. А с какого перепуга он пошел к вертолету? А, видимо, забрать груз должны были у нас. Поэтому он пошел относить. 10 бойней я не выполнил. Жаль.
карточку давайте мне. Там что, доллары? Сколько? 1000. Вот это уже хорошо. И 29-я миссия у нас. Без жалости. Дайте-ка я гляну свои, наверное, достижения, ребят. Там тем более восклицательный знак. Наверное, неспроста. Ух ты, получить. Карточка. Золото, 100. Вау, а здесь? И еще соточка. Ух ты, великолепно. Тут еще вон, смотрите, сколько много всяких этих можно получить. Но это уже будем потом, со временем. Ну, а на этой ноте, пожалуй, можно и заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи вам. До скорого, ребята.